Билет номер 23. Можно ли, не сняв шину, нагревать колесо при ремонте или производить сварочные работы на колесе самоходной машины? Нельзя. Опускается ли эксплуатация самоходной машины без одного болта или гайки крепления диска? Не допускается. Можно ли вводить движущуюся самоходной машины или выходить из нее? Запрещено. Запрещено. Обязательно ли пристегиваться ремнем безопасности, если самоходная машина и оборудование? Так, обязательно при любых условиях эксплуатации. Запрещено. Какое отклонение от прямолинейного движения допускается при торможении самоходной машины? Не более 0,5. Характерные признаки сотрясения мозга являются головная боль, тошнота, потеря сознания.